Так, Сатурн. Начал Сатурна, сейчас снимем сближение Юпитера и Сатурна и Луны. Троица. Елки-палки. Ну, я под Сатурном четко вижу Титан. Абсолютно четко вижу Титан. Он аккурат внизу. Где-то примерно в 3-4 кольцах эллипсах Сатурна вниз. Спутник Титан. В окуляр вижу. Будем пытаться на экране рассмотреть. 1 417 000 000 километров до нашего красавца. Поехали к Луне. В предыдущем дубле какой-то блик снял как раз на фоне Сатурна, рядом с Сатурном. Ну вот наши красавцы, вот они. Вот они, наши родненькие. Максимально постараюсь зумировать, чтобы все в кадре поместились. Так, где Луна, объяснять не буду. Слева вверху Сатурн, справа в стороне, касаясь кадра, Юпитер. Поехали к Луне. Нет, надо, наверное, все-таки минимальный зум сделать. Видно дома справа, да, жилые. И теперь на всех парах ломануться к Луне. Так она наиболее эффектна. Та-дам! Все. Enjoy. Движение Луны по экрану — это движение объективно. Вращение Земли, движение Луны, ну, в общем, одно с другим сочетаясь, дает вот такую вот угловую скорость. Перемещение Луны по экрану, кратеров по экрану при таком увеличении. Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000. Увеличение оптическое 125 крат, цифровое 4 крата. Как это сравнивать с биноклем, с телескопом, не знаю. Задавал я вопросы, ну, в общем, грубо говоря, приблизительно 70 крат бинокля. Наверное, так. Какая красивая гора. Просто шикарный хребет. На линии терминатора исчезающий. Ладно, поехали. Юпитеру с его великолепными спутниками. Потом еще, может, и к Луне вернемся. На секундочку. Снимаю короткими дублями в разных настройках световых, съемочных. Потом будем смотреть, как будет лучше отображаться. Ну и да, по поводу тряски, ребята. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Юпитер, Ио спрятался за Юпитером, слева спутник Европа, потом спутник Ганимед, и сейчас появится слева Каллиста. Вот он. Вот он, я его вижу, товарищи, отпустите. 617 миллионов километров до Юпитера. По-моему, 4000 километров до Луны. Сейчас я попробую резкость. Да, наверное, вот это она. Сейчас подвину маленько.
на какие-нибудь объекты интересные. Класс, какой-то шрам такой, он прям в левом верхнем углу, справа налево идет, ну или слева направо, да, справа. Вообще красота. Я езжу Марса. На деревья, наверное, прячется. Сейчас поменяем дислокацию. Место дислокации и попробуем снять другого. Место и Марс. Он приближается сейчас к Земле. Там что-то около 63 миллионов километров сейчас к Земле. А будет 13 октября в 62 миллионах километрах. Смотри, какая красота. Как в пластилин накидали горячие дроби. В горячий пластилин. Горячих металлических шариков подшипников. Ладушки. Что у нас сейчас? 20.18 по Киеву в Харькове. 50-я параллель северной широты. 25 сентября. Приближение Луны с Сатурном и Юпитером. Я бы даже сказал, больше же с Сатурном, чем с Юпитером. Пожалуйста.